Всем привет! С вами Pop Music, и сегодня к нам на испытание попал комбо-усилитель Orange Crush 12. Это одноканальный транзисторный малыш мощностью 15 Вт, на борту которого установлен 6-дюймовый динамик. На главной панели комбо-усилителя расположены индикатор питания, выход на наушники с эмуляцией, регулятор громкости, трехполосный эквалайзер и регуляторы перегруза. Ручка овердрайв отвечает за уровень перегруза, а ручка гейн отвечает за громкость сигнала до стадии перегруза. Это позволит вам более гибко настроить характер овердрайва. Давайте послушаем, как звучит комбик с эмуляцией. Это именно тот звук, который вы будете слышать, играя через комбик в наушниках. Мощность комбика, его размеры, а также наличие выхода на наушники с эмуляцией делают его хорошим выбором для домашних занятий. Что касается звука, то тут ждать чудес, конечно, не стоит. Этот малыш неплохо справился с чистым звуком, кранчем и среднего уровня гейном, но для звука посерьезнее я бы посоветовал выбрать и аппарат посерьезней Orange Crush той же серии. We'll be right back.
Готов я. Запись инициирована. Оператор уже Дмитрий. Пишем, да? Да будет так. Аминь. Давай. Это одноканальный. Одноканальный, брутей. Вот нормально. Одноканальный. Пишем, да, все? Да. Сейчас, подожди. Давай. Угу.